Здравствуйте, здравствуйте. Как вы доехали? Да ничего, нормально. Отлично, как да. У ребят настроение? Ничего, улыбаются. Они проделали непростой путь от Луганской Народной Республики до Алтайского края. Этим ребятам от 10 до 16 лет, и они никогда не покидали свой район. Последние 8 лет маленькие жители славяно-сербского района ЛНР не могли получить даже полноценную медицинскую помощь. У каждого хронические заболевания, которые с годами только усугублялись. Даниил Бессарабов сам не раз бывал в славяно-сербском районе, поэтому решил помочь ребятам, организовать для них лечение в санатории Белокурихи. Мне бы хотелось, что дети, которые за все, по сути дела, всю свою жизнь, ничего хорошего, кроме вот, понимаете, вот этих переживаний за близких, за родственников, за свою судьбу, ничего не испытывали, встретили здесь радушие, добрый прием. За этот путь они посмотрели половину нашей Родины, и южную его часть, и Урал, и Сибирь. И они с каким удовольствием рассказывали, что Волгу видели. Представляете, сейчас проедут через Обь, доберутся до наших гор. Веселые старты, экскурсии, прогулки по Белокурихе. 3 недели ребята будут не только отдыхать, но и учиться. Для них предусмотрена образовательная программа. Кроме того, дети будут проходить оздоровительные процедуры и, что немаловажно, пройдут психологическую реабилитацию. Процедуры хорошие, не на что жаловаться. Питание тоже отличное, изумительное даже, бы сказал. Хватает, наедается, все отлично. Сейчас в санатории отдыхает более 200 ребят со всей страны. Педагоги уже успели пообщаться с детьми из славяно-сербского района. Такие же счастливые, отзывчивые ребята, открытые ребята, всегда готовые на контакт. Очень легко находят язык со всеми детьми, кто отдыхает здесь у нас. А главное, здесь нет военного положения, и можно спокойно заниматься тем, чем и должны заниматься дети – играть, учиться и общаться. Раз, два, три! Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.